сознание западноевропейцев, Беларусь тоже страна третьего мира, от которой можно ожидать всего самого ужасного. И, то есть, и можно, то есть, оправдывать вот такие вот акции. То есть, если бы это против американской команды, трудно представить, чтобы они, вот устроили такой обыск. Ну, это как бы такая данность, которую не изменить.